Ты свеж, красив и молод. Занимаешься спортом, зовет тебя город. Бокс, бег, BMX, кулинария. Совершенствуй талант, что генетика подарила. Ты хозяин судьбы, поступай как знаешь. Сочиняй мечты, так ты их воплощаешь. Не упускай шанс, вникай в мотивацию. И тебе заговорят твои радиостанции. Эльвира Шилова. Вела подростков в конце ноября 2015 года. В свои 13 я делаю все, чтобы стать успешной и самостоятельной. Прошла кастинг и участвовала в танцевальном мюзикле во Владивостоке. Люблю и умею петь. Потанцуем, Джек. Ночкой темной, 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 темной. Потанцуем, Джек. Потом пойдем домой. Матвей Емельянов. Мне 15 лет. Тоже был в эфире в сентябре 2016 года. Спасибо. Очень приятно. Некоторым уссурийским моделям уже платят за фотосессии и съемки. И я однажды заработала 8000 рублей. А мы с одноклассниками в этом году брали первые места в краевых и международных конкурсах рисунков, научно-исследовательских работ и проектов по ландшафтному дизайну, филологическому краеведению, ну и так далее. Спасибо за помощь учителям и родителям. Ну и конечно же, я тоже подрабатывал интервьюером и промоутером. За неделю заработал 5000 рублей. Хм, немного. Букет верни и 500 рублей за использование. В смысле? Вот, свое дело хочу открыть. Могу привезти букет на любой праздник, дать пофотографироваться в аренду. Ну и бизнес ты придумал. Не успел записаться в рабочие бригады? Что? Она так смешно бровями делает. Не успел записаться в рабочие бригады? Да, не успел и не отчаиваюсь. 120 уссурийских школьников заполнили трудовые договоры и завели трудовые книжки, чтобы работать в ледовой арене. Теперь заделывают трещины, белят, отмывают раздевалки известной команды «Тайфун». Это для будущего больше, чтобы потом было легче. Это как бы первое представление о том, как нужно работать, первый заработок. Ну, узнать, тяжело ли это или нет. Стаж будет уже на пенсию, когда идешь. Ну, денежку подзаработать. В этом году деньги буду отдавать маме. Ну, то, что занимал. Ну, вот так, в общем, нравится просто. Ну, сложности есть какие-то? Трудно же красить, белить. Не, ну второй год уже как-то полегче все намного, чем в первый год. Трудовые будни летом – это больше 5000 рублей в кармане за месяц. Много это денег или мало – не нам судить. Но то, что это лучше, чем сидеть у родителей на шее или дома за компьютером – факт. Самостоятельность обеспечена. К тому же подработка здорово поднимает самооценку. В этой программе подкинем идеек, как и где подработать. Центр занятости, управление образования и молодежной политики нам в помощь. Чтобы быстрее скопить на новый iPhone последней модели, придется считаться с трудовым кодексом. Правовую поддержку получим. В интервью от специалиста Государственной инспекции труда все про наши возможности узнаем. Ну и подработать в школьной ремонтной бригаде попробуем. Труд несовершеннолетних регламентируется статьей и главой 42 Трудового кодекса Российской Федерации, начиная со статьи 265 Трудового кодекса. Особое внимание необходимо обратить, конечно же, на статьи, которые регламентируют порядок установления продолжительности рабочего времени работникам. Для них она установлена сокращенная. Например, для категории работников до 16 лет, значит, установлена продолжительность рабочего времени 24 часа в неделю. То есть этот подросток должен отработать не менее этой продолжительности. Менее данной продолжительности он также может отработать. Для несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, то есть от 16 до 18 лет, продолжительность рабочего времени в неделю составляет не более 35 часов. Работник также может отработать и менее данной продолжительности рабочего времени. Также существуют ограничения по продолжительности ежедневной работы. Значит, от 15 до 16 лет работник должен отработать 5 часов или может, а работники до 18 лет могут или должны, да, отработать не более 7, соответственно, часов в день. Формулировка в разделе в трудовом договоре «Оплата труда» должна быть прописана, что он получит, исходя из этого должностного оклада, но пропорционально отработанному времени при сокращенной продолжительности рабочего времени. Подросткам в возрасте до 18 лет положен отпуск. Его продолжительность составляет 31 календарный день.
В связи с этим каждый работник, который сейчас у нас в летний период времени трудоустроен, да, например, на Ледовой арене или в другом муниципальном учреждении территории Уссурийского городского округа или Приморского края, при прекращении трудового договора, значит, может претендовать на компенсацию этого отпуска. То есть сколько отработал, столько и компенсирует работодатель ему только в денежном выражении при увольнении. Отсутствие выдачи расчетных листков, отсутствие записи в трудовой книжке о приеме на работу, ненадлежащее оформление трудового договора или вовсе его отсутствие. В трудовом договоре режим рабочего времени устанавливается ненадлежащим образом и не в соответствии с нормой трудового законодательства. Далее отсутствует формулировка о пропорциональности оплаты труда, да. Затем третий момент, это устанавливается испытательный срок в трудовом договоре работника, что не может быть установлено для данной категории работников, соответственно. Ну и самым распространенным, наверное, это условия заключения договора о материальной ответственности с работниками. Невыгодным является отсутствие официального трудоустройства между работодателем и несовершеннолетним работником, поскольку несовершеннолетнему работнику работодатель может как платить заработную плату, так и не платить. Платить ее в установленные сроки или платить ее один раз, допустим, в месяц. Также размер оплаты труда может как достигать минимального размера оплаты труда с 1 июля 2016 года на территории, в том числе Приморского края, он установлен в размере 7500 рублей, так и платить ниже установленного минимального размера оплаты труда. Двери 28-й школы открыты с 1962 года и даже на каникулах. Трудовые бригады подростков тут летом подрабатывают. Казалось бы, школа за год может изрядно надоесть, поэтому многие торопятся уехать от нее подальше. А эти ребята порхают, как пчелы над цветами. И все ради чего? Я коплю на подарок маме. Вот. Поэтому как бы пошла работать сюда. Мне нравится, как здесь кормят. Мне нравится коллектив, с которым я работаю. Да, молодых наемников кормят исправно завтраками и обедами. Школьников подкупает и шаговая близость к дому. Ведь есть множество других вакансий, но ты пришла именно сюда. Вот зачем, почему? Потому что это моя школа, я решила ей помогать даже на каникулах. И почему бы не подработать именно в школе? Здесь все знакомые лица, и здесь даже удобнее работать, чем где-либо. Мы будем знать, как пересаживать цветы в огороде. В огороде будем заниматься. Родителям помогать. Девочкам больше всего в такой работе нравится, что с друзьями веселей. Для парней на первом месте. Отгадайте, что? Для чего нужно идти зарабатывать деньги, если родители всячески обеспечивают тебя? Ну, это свои деньги, ты можешь делать с ними что угодно и тратить их куда хочешь. Но лучше не сидеть дома. Лучше работать, копить денежку. Одежду себе куплю, в школу соберусь. Ну и телефон новый куплю. На 6 тысяч. Так я ж не только в школе буду работать. У бабушки буду работать. Деньги буду зарабатывать. Арбузы выращивать и собирать. Я хочу новые кроссы. Какие? Найки новые. Сколько они стоят? 15 тысяч. И тебе хватит этих денег? Ну, я еще дома возьму заначку. Подработка была еще. Грузчиком был. Тут вообще сказка рай, можно сказать. А там грузишь, там даже отдохнуть нельзя. А ведь Трудовой кодекс запрещает детям выполнять тяжелую работу. Когда работаешь официально, твои права защищают, еще и виды деятельности чередуют. Чтобы подростки не скучали и приобщались к разному труду. Эх, любимая школа. Вот нас стали приучать к труду с 5 класса. Давали нам метелки, ведра и мы шли убирать территорию. А самым большим плюсом было то, что нас отпускали с уроков. Эх... Какие были времена? В 13 трудоустраиваться еще рано. Хотя нет, мне уже поздно. По секрету, Эля 6 лет училась в 28-й школе. И вот, закончив 7-й Б-класс, забрала документы, чтобы спустя неделю переехать в другой уголок страны. Я буду прилетать в гости, вспоминать веселые перемены. А напоследок сдай всю школьную литературу. Нравятся ли тебе подработки в библиотеке и какие тут есть плюсы?
Ну, подработка в библиотеке мне нравится. Плюс, ну, я вообще люблю читать. Ну, можно почитать книгу лишнюю, особенно Достоевского, «Идиот», например. В обязанности входит вытирать пыль, ставить книги по полкам, по алфавиту, ставить печати на книги. Я очень люблю школу, я хочу ей помогать. Школа – наш второй дом. Я узнала работу официанткой. Там мне понравилось то, что зарплата больше, но не понравилось то, что надо работать вечером допоздна. Меня бы туда не взяли, потому что мне пока еще нельзя работать. Я несовершеннолетняя, и это такая проблема. А в школе с этим проблемы нету, потому что в школу берут всех работать с 14 лет. Обращаемся к строительным организациям. Смотрите, какая эта трудовая бригада легко справляется со шпаклевкой и побелкой. Все, что делаем в обычной жизни, помогаем родителям, делаем дома ремонт. Все то же самое, что и в школе. Красить, белить, полы ложить, там стены, обои клеить. Заметим, подросткам разрешено работать только с безвредными красками, как водоэмульсионка. Я очень захотел пробовать побелить. Да, денег мне за это не заплатят, но зато я смогу сделать сам ремонт в своей комнате. Матвей, давай я покажу, как тебе правильно нужно белить. Так как стена неровная, нужно ее пробеливать хорошо очень. Особенно вот в таких вот пустых местах, чтобы не было никаких пятен на разводе. А после мальчики пройдутся кисточкой. Лучше развести побелку, потому что если будет стена густая побелка, то она не будет размазываться и будет слишком большой затрат побелки. А в принципе, ну как бы, главное не открывать окна, потому что побелка высыхает очень неровно и придется перебеливать тогда. Я узнал еще пару ремонтных лайфхаков. Итак, чтобы не пачкать лоток для краски, его стоит застелить фольгой. Если делаете перерыв пару дней, чтобы валик не засох, плотно упакуйте его в пакет. Но для начала научитесь валик отжимать. Да, Матвей? Да в другую сторону выжимай. Ну я ж первый раз вот. Матвей, а потек намного проще удалить, если он еще не высох. Для этого надо размягчить водой, а затем положить мокрую тряпку, ну, на минут так 20. А потом удалить пятно с помощью тряпки, ну, или щетки. Конечно, некоторые виды водоэмульсионки можно стирать с помощью холодной или горячей воды, но лучше не рискуйте и оденьте что-нибудь ненужное. Не одевайтесь, как я, так не годится. Но в крайнем случае, если краска все-таки попала на одежду, то можете стирать ее легко с помощью спирта. Трудолюбы в конце месяца получат приятное вознаграждение – от 5 до 10 тысяч рублей. Оплата зависит от времени. До 16 лет ребята трудятся по 4 часа в день, после – на 2 часа больше. Подрабатывайте, пока есть возможность. Наступит осень, школьная нагрузка. И прощаю кровно заработанные. Но главное, в погоне за свободой от родительского кошелька не упустите радости беззаботного лета. Работать аниматором хотят многие подростки. А что? Прикольно же. В свободное время веселишь прохожих или детишек. Это пока на улице прохладно, весело. При плюсовой температуре ты сваришься в этой кукле. Пробовал, знаю, о чем говорю. Жаль, агентства без особой охоты официально устраивают подростков. Трудно считают неквалифицированным. Да и дети показывают свою безответственность. Даже голову могут потерять. О, боже. А мы стукнулись? Да. Круто. А у вас бассейн «Чайка» ребята туда устраивают без проблем. Правда, максимум 9 человек. И знаете, какой бонус у них есть? По правилам внутреннего распорядка, сотрудники бассейна «Чайка» во внеурочное время имеют право плавать бесплатно. Здорово. Если ты добросовестный и об этом знает весь твой дом, пользуйся. По секрету, так и делают некоторые. Помогают соседям. Присматривают за их квартирами, поливают цветы, выгуливают собак, ходят за покупками. Порядочным девочкам доверяют детей понянчиться. Ну, с младшим братом я же справляюсь. Может, и мне стоит попробовать? Приятный шелест купюр или звон монет в кармане обеспечат и любимое увлечение. Например, можно рисовать друзьям Мехенди или Кокеля, делать коррекцию бровей. Ну вот, наслушался тебя, я теперь тоже знаю такие слова.
О, а отличники вообще могут репетиторством младших заниматься. В конце концов, полоть, копать грядки, собирать ягодку. Сейчас самая популярная и доступная подработка. Почитай книгу «Богатый папа, бедный папа». Делись своими бизнес-идеями в комментариях под этим видео в социальных сетях. Крутись, вертись, а главное, с родителями советуйся и помни. Делаешь выбор в пользу работы, будь готов нести ответственность. Пока. Пока. И что было? А как, муж, ответственность, потом раз, два. Да, ответственность. Потом... Раз, пока. Пока. Ну, давай, три, четыре. Пока. Пока. Ну что, знаю тут одну автомойку, там за протирание лобовых стекол где-то 100 рублей можно получить, пойдем? Нет, не могу. Вот видишь, у меня еще стопка осталась. Поможешь? Да, давай. Смотрите «Примеры подростка» по средам в 8 часов на телеканале. После 12 июля возьмите, мы уходим на телеканикулы. Да, но не забывайте пересматривать наши программы. Смотрите, возьмите, пожалуйста. Да. Следующая программа – последняя перед летними телеканикулами. Мы решили отправить режиссера на море, а перед этим напомнить про правила поведения на воде и безопасность. Поплюхаемся и поныряем с 12 июля. Ты свеж, красив и молод, занимаешься спортом, зовет тебя город. Бокс, бег, BMX, кулинария, совершенствуй талант, что генетика подарила. Ты хозяин судьбы, поступай как знаешь, сочиняй мечты, так ты их воплощаешь. Не упускай шанс, вникай в мотивацию, я тебе заговорят твои радиостанции.